Сегодня понедельник, и смотрите, какая набережная, она вся чистая. Это все потому, что в понедельник начался рабочий день у местных, а туристов здесь не так уж и много. Так что сегодня кайфуем. Всем доброе утро сегодня. Понедельник, я нахожусь в Кучинге, и немножко пришло время монолога. Расскажу вам, как я сюда попал и что здесь вас ожидает. Прилетел я сюда вчера, был рейс компании Air Asia, это лоукостовская компания, и в 7 часов у меня был вылет. Сразу хочу предупредить, что сейчас в Кучинге сезон дождей, самый его пик, и в связи с этим пол дороги трясло. Ну, это называется турбулентность. Местами была довольно серьезная турбулентность. Я даже жалел, что отправился в Кучинг. Но все тьфу-тьфу-тьфу обошлось. Итак, когда я приехал в Кучинг, меня ждала вторая разочарованность. Оказывается, местного транспорта, который бы доставил в центр Кучинга, нет, то есть автобусов, есть только такси. Такси аэропорта стоит 30 рингит. Так что если у вас есть, кто-то дрон запустил, так что если у вас есть карточка мобильного оператора Малайзии и есть возможность вызвать Grab, смело это делайте, потому что Grab в среднем выходит от 11 до 15 рингит. Так что вам крупно повезет, получается чуть ли не 50, а то и больше процентов сэкономите. Как я и сказал, здесь сейчас идут дожди, так что январь не самое лучшее время для приезда сюда. Сам Кучинг довольно интересное место, есть здесь что посмотреть. Правда, в самом Кучинге максимум вам нужно будет 2 дня, все остальное время, ну, короче, за 2 дня вы успеете посмотреть все, я думаю. Основные достопримечательности находятся в 20-30 километрах от Кучинга. Я хотел поехать в пещеры Фейри. На видео очень-очень красивые пещеры. Но они сейчас закрыты. Есть другие пещеры, но я посмотрел видео, меня не впечатлило. Есть также здесь в округе несколько национальных парков. Бако, есть вулканы, но... Снова же, поехать можно, но каждый день идут дожди, и в связи с этим смысла не будет ехать, потому что джунгли мокрые, еще и попасть в дождь, а дожди здесь очень-очень серьезные, смысла нет. Так что я здесь буду 5 дней, в пятницу у меня вылет, буду искать какие-то достопримечательности в пределах Кучинга. А вы, если хотите все-таки посмотреть национальные парки, обезьян, носочей, орангутанга и все такое, то вам нужно будет приезжать сюда в другое время. Сейчас я нахожусь на мосту. Это одна из достопримечательностей этого города. Как вам показать этот мост? И себя еще уместить. Еще не научился. Ну, приблизительно вот так вот выглядит мост. С него открывается вид на голубую мечеть, на панорама на город, и вот сейчас панорама на город. Я сейчас планирую попасть вот на другой берег, приблизительно сюда. Не знаю, платно это, бесплатно, я деньги не брал вообще, так что попытаюсь бесплатно попасть. Если не получится, несколько минут позора и нужно будет возвратиться. Еще одна
новость, пока вспомнил. Если вы летите с Air Asia и у вас только сумки, хочу предупредить, что у меня получился такой казус, впервые, правда. Надеюсь, что и в последний раз такой будет. Значит, я пришел в Куала-Лумпурский аэропорт, это Клео 2, и здесь на меня ждала засада такая. Значит, в Кучинг летят местные авиакомпании, ну, Air Asia, только местного разлива. И когда заходишь в зал, находишь свой рейс, а рейсы местные — это буква J или K. Смотришь на главное табло, засада, нет таких букв. На самом деле они есть, нужно пройти в конец этого огромного зала и посмотреть влево. Такими маленькими буквочками обозначено J и K. Вам сюда. Так значит, поворачивайте влево, заходите, есть залы, где можно сдать багаж, получить билет. Если вы с ручной кладью, продвигаетесь дальше. И вот здесь самое интересное. На въезде, на входе, вернее, в зал прохождения контроля находится сразу же загранотряд, скажем так, из 3 человек, которые тут же ваши сумочки весят, не весят, как на русском будет, проверяют на вес, короче. И у меня получилась одна сумка 10 килограмм, другая 8 килограмм, и мне сказали: все, идите, значит, регистрируйте багаж, сдавайте, платите дополнительные деньги, это где-то 20-30 долларов. Начал им объяснять, что: товарищи, у меня здесь видеоаппаратура, как я ее сдам в багаж? Они говорят: открой, покажи. Ну, я открываю, показываю: в одном там ноутбук, фотоаппарат, в другом моя мультиварочка незаменимая, все остальное. Они друг на друга такие квадратными глазами. А здесь подходит старший их и говорит: что здесь у вас? Я объясняю ситуацию. Говорю, что я вот летал с вашей авиакомпанией много-много раз, и туда, и туда. Он говорит: вам просто повезло, а сегодня вам не повезло. Нужно сдавать багаж. Я говорю: ну как я сдам багаж? Посмотрите, у меня здесь и это. Если я все уберу, килограмма 3-4 останется. Они посмотрели друг на друга, где-то минуты две что-то переговаривались, а потом этот самый главный говорит: ну ладно, считайте, что вам повезло сегодня тоже. И пропустили. Так что будьте внимательны, если у вас будут такие нюансы. В первую очередь проситесь, не спешите сдавать все в багажное отделение. Мне удалось пройти. Сейчас я нахожусь почти на втором берегу. Что меня там ждет, не знаю. Но это, кстати, интересная достопримечательность. Почему-то называется Астана. Почему так, я не знаю, но вход на эту Астану закрыт. Так что мы и не узнаем, скорее всего. Может? Вот мы и пересекли границу этой реки. И сейчас находимся на противоположном берегу. Здесь вовсю идет строительство. Строятся новые альтанки. Что-то удаляется, что-то добавляется. Укрепляется берег. Может, будет что-то красивое. Как я уже вам и говорил, идет строительство вовсю. Такие глухие заборы. И мне удалось пройти на небольшую смотровую площадку. Сейчас перед нами голубая мечеть. И мост, этот сказочный мост. Ну, отсюда можно даже отправиться или покататься, или на другой берег, это уже решать вам. Вот что вы увидите отсюда. Есть здесь такая прикольная аллейка. Пишет, что это сад орхидей, 100 метров, но как там, что там, платно, бесплатно, я не знаю. А еще одна хорошая новость для вас. Кучинг пока что не туристический город, поэтому здесь туристам очень-очень рады. Такая интересная ситуация, что даже ехали на автомобиле, останавливали и кричали мне: «Hello, мистер». Очень прикольно. Так что спешите, приезжайте сюда,
Город пока что в плане туристов не испорчен. Китайцев здесь вообще нет. Это тоже огромнейший плюс. И в связи с этим вас ждет только позитив. Но пока нету большого наплыва. Потому что, как мы знаем, туристы все это дело портят. Вышел на такую вот главную аллею. Что здесь, где, пока что не знаю. Но красиво. Вот и все, что могу пока сказать. И собираются тучи. Дождь будет, но когда неизвестно. Хочу поделиться еще одной радостной информацией. Здесь по всему городу есть такие каналы, но не расстраивайтесь, вода в них чистая. Так что вони здесь нету. А это вход в парк Орхидей. Сейчас спросят, платно здесь или бесплатно, потому что я денежек не брал. Парк Орхидей представляет собой вот такое вот дело. А, окей, окей. Thank you. Мне сказали, что сад Орхидей закрыт, поэтому будем гулять дальше. Такой облом. Ну ничего, пойдем найдем с вами еще что-то. Это все территория парка, и открыт он с 9:30 утра до 6 вечера. Так что я, наверное, пришел слишком рано. Вот если вам повезет погода и вы будете в Баку или еще в каком-нибудь национальном парке, вас ждут такие деревья. Но это еще маленький, если намного больше. И сейчас вам немножко покажу территорию. Это как бы мини-джунгли. И вот идти по ним сейчас в погоду такую дождливую не камильфо. Потому что везде вас будут ждать болото, грязь, комары. Вот так выглядят они. Если слышите, это цикады. Они тоже, слышите, очень красиво поют. Мне нравится этот звук. Ну а мы отправляемся далее. Скорее всего, я сейчас иду тоже возле какого-то национального парка местного разлива. И здесь встречаются тоже красивые деревья. Это вот, видите, сейчас дерево с паразитом деревом. Территория ухоженная, красивая. Здесь вообще, смотрю, в Малайзии очень и очень любят чистоту. Везде за всем следят. Мусора, правда, в Кучинге намного больше, нежели в других городах, но все равно меньше, нежели в Азии в целом. Вот я добрался и до развилки, и если повернете влево, то вскоре доберетесь до такой огромной мечети. А я буду идти пока что прямо, посмотрю, что же там, тоже какое-то интересное здание. Посмотрим, что оно собой представляет. Здесь уже начинается мелкий дождик, так что снова берем зонтик, наверное, и будем двигаться дальше. Вот взял зонт, и сейчас, кстати, смотрите, как здесь все убирают. Всякие-всякие мелкие пакости здесь убирают. Молодцы. Ну, это я не знаю, что это такое. Есть одно какое-то сооружение, интересно, второе. Не знаю, что это. Может, вход в какой-то парк. Может, еще что-то интересное. Посмотрим. Вот они, джунгли. Внутрь не попасть, но хотя бы посмотрим на них с краю. По
посмотрите, в какой красоте живут пучинцы. И это здесь парковка. Парковка среди джунглей. Крутяк. Вот сейчас дошел до территории ботанического сада. Тоже не знаю, платно, бесплатно. Буду пробовать идти. Скажут, если платно. Выбрал форт Маргарит. Показывает указатель сюда. Пойдем посмотрим. Но какие здесь звуки. Это просто. Не хочу даже ничего озвучивать. Просто нужно слушать. Смотрите, какие здесь прикольные обезьянки. Чи-чи-чи. Но кирпичи они не продают. Это, извиняюсь, не обезьянки. Это скульптуры людей. Наверное, так их изображали предки, жившие на этом острове. Смотрите только, какие деревья. Здесь все поделено по зонам. Видел впереди бамбуковая зона. Пойдем посмотрим. Здесь, конечно, можно заблудиться, но все такое интересное. Получается, находишься в джунглях и в то же время не в джунглях. Потому что здесь можно бродить. Совершенно не опасаясь. Не знаю, прогонят нас отсюда, не прогонят, но пока что идем, типа ничего не видим, ничего не знаем. Вот это бамбуковые рощи. Направлялись к форту Маргарита, в результате пошли непонятно куда. Ну, у меня так бывает. Иду в одну точку, потом смотрю что-то интересное, оп, и уже я в второй точке. Вот такие здесь бамбуки. Посмотрите, как же здесь красиво поют птички. Мини-джунгли. Теперь можно будет со смелостью сказать, что да, я был в джунглях Саравака. Смотрите, какие есть птицы. Неимоверный крутяк. Как говорится, это я удачно зашел. А еще радует то, что пока что это все совершенно бесплатно. Смотрите, какая прикольная аллейка из беседочек. А внизу дорога, получается,
над каким-то водоемом небольшим. Как видите, бродили, бродили, и в конце концов к форту Маргарита. Мы таки идем правильно. Такой вид этот форт имеет сзади. Сейчас я нахожусь на территории форта Маргарита. Из чего же начать? Начну с этого памятника. Сейчас пойду спереди, посмотрю, чему же он приурочен. О, это оригинальная надгробная плита, которую поставил Брук Джей своей жене. Она умерла 10 мая 1862 года. Этот Брук помог выиграть восстание, которое здесь поднялось. И согласно истории, после этого восстания местный султан подарил ему полностью Кучинг. И он здесь некоторое время правил. На территории этого форта есть музей. Значит так. Открыт с 9 утра до 4:45 вечера. Целую неделю получается. И для туристов 20-30 рингит. Дети 10-15. Короче, дофига. Тем более заходить не буду. Иду дальше. Только что вспомнил цитаты из фильма «Властелин колец». Как только выйдешь за город, и если дашь волю ногам, то в следующий момент даже неизвестно, где окажешься. Вот у меня так получилось. Думал всего-навсего походить по набережной, а оказался вот где, на другом берегу. В парке неизвестном. Не, он, наверное, известен, но мне был неизвестен этот парк. Увидел форт Маргариту, противоположный берег реки, этот классный парк. И это все в один день. И джунгли. Я еще увидел джунгли. Вот. Даже не заходя в эти самые джунгли. Правда, получился облом с парком орхидей. Но ерунда все это. Что не делается, наверное, все равно к лучшему. Сейчас возвращаюсь назад в свой номер. Здесь как раз камни раскрывают. Не знаю, какая у них историческая ценность, что у них такого особенного. Наверное, очень старые камни или просто такая скульптурная, так скажем, экспозиции. Не знаю, но что есть, то есть. Короче, лучше не болтать, а послушать пение. Кстати, видите, был пасмурный день. Казалось, вот-вот пойдет дождь. Он и шел, конечно же. А вот всего несколько секунд, и уже солнце. И только солнце это выступает, оно сразу же конкретно печет. И здесь каждый день идут дожди ко всему этому, и получается эдакая парилка. Ну, влажность, наверное, процентов 90 точно есть. И вот зашел в душ, искупался, вышел. Прошло несколько минут буквально. И все, и ты снова весь мокрый. И одежда здесь вся мокрая. Вроде бы сухую достаешь, постояла немножко, все, уже мокрая. Специально показываю вам джунгли. Где же еще можем видеть? Тем более это джунгли знаменитости Калимантана или Борнео. Кто как знает. Борнео известен
круто. Борнео известен людям из Индонезии, Калимантан. Так говорят люди из Малайзии. Звук автомобилей и триммера слушать не нужно при этом. Просто послушайте звук джунглей. Вот снова какое-то серьезное мероприятие. Какие-то важные лица едут. Прямо как у нас. Кстати, обратите внимание, на каких автомобилях едут местные нон-град персоны. На стареньких ленд-крузерах и мерси. Как вам погодка здесь? Только что шел дождь и уже, пожалуйста, солнышко светит, печет адски. А сейчас будем делать крутой ролик, как крутых блогеров. Солнышко светит, печет неистово. Вот какой я мокрый уже. И что же нам делать? Нужно охлаждаться. И в этом нам поможет местная вода, которая называется... Опа! Drinking water! Place to stay. Place to stay — это, кстати, мой отель. Drinking water. И вы не дадите шансов жаре. Пейте drinking water. Это все прямо у трассы, товарищи. Еще бы обезьяны на Сочи бегали, и орангутанг вообще был аттракцион. А так все-таки за обезьянками нужно будет ездить в национальные парки. Ну вот я и раскусил наконец-то это здание. Оказывается, здесь находится правительство Саравака. Весь центр управления. Поэтому отсюда мы видели с вами, как ехала толпа правительства. Потому что здесь находится Government of Sarawak, товарищи. Так что мы уже теперь разобрались, что это за здание. Оно построено, ну, наверное, несколько десятилетий всего-навсего. И здесь еще ведутся строительные работы. И да, таки, да, довольно красивое здание.
себе правительство здесь забацало. Вот я и на мосту сейчас, и решил показать вам, как же все-таки блестят эти башенки в солнечный день. Была бы еще вода прозрачная, и был бы вообще такой крутецкий снимок. И жаль, что тучи закрыли вулканы бывшие. Было бы вообще классно. Ну ничего, и на этом спасибо. Иду домой. Солнце жарит не по-детски.